совсем ты забыл. Какой метровый? Трехметровый? Нет, я говорю по ширине. Ага. В общем, банда туристов высадилась в Носок. Мы высадились наконец-то. Две маршрутки мы пропустили. Приехали мы в Прудище и уходим мы в лес. Все, до свидания, цивилизация. До свидания, забор. Мы стартуем. Смотрите, как клево солнышко. Вот, слышня, наша тропинка. Мы идем. Мы идем, мы пока живы. Нам очень весело, наверное. Кому как. Прикольный лес. Маши ручки маме. Вот. Вот сейчас нам надо посмотреть уже на навигатор. Да, тут какая-то развилка. Мне кажется, ну и сейчас посмотрим. Да, да, тут что-то очень сложно. Причем, кому делать нечего, тут по вторникам гуляет походы. Раз, два, три. Поэтому пропал. Мы покушали, у нас был привал, я вас снимаю. Да, тут будет вставка из дрона. Так, обед закончен. А, я понял. Мы сейчас будем форсировать. Мы сейчас форсируем вот этот вот водоем. Вон там, видите, в дальнем, я не знаю, видите, не видите, вот там в дальнем, короче, краю находится дорога, на которую нам необходимо выйти. Но поскольку идти через лес это западло. Понимаете меня, да? Мы сейчас пойдем попробуем перейти по колено. Готовы. Зачем мы сюда зашли? Остров, столик. У нас такая интересная компания, да. Мы тут на великах катались. Вон на квадроциклах, видите, след на снегоходах. То есть, ну, тут глубина есть за метр, наверное, под нами, может, два. Тут вода замерзает. Нет, ну, кстати, на карьерах у меня знакомый провалился в прошлые выходные по колено. Он поехал там бегать. Вот, Саш, вот здесь вот, да, надо запускать, вот с этого, с острова. Вот тут как раз можно запускать. Так, снимаем снимающего. Отстающих. Ребят, короче, очень солнечная сегодня погода. Ветер, правда, немножко сильный, но мы гуляем и нормально все. Я ничего не боюсь. Ебать. Слушай, оно шевелится, оно живое. Пахнет. Ой, я хоть пропахну, да, немножко костром, типа я был в природе. Да. Можно жрать сосиски, сосиски, да, у кого-то есть. Я взял сосиски, о, как пахнет. Кстати, запах дыма, да, вот он реально он нравится людям, потому что они на огне готовили пищу. Слушай, он как это? Интересно. Да, не, провалится только он, потому что он, смотри, он тут прожег. Ты хотел костер? Вот тебе костер. Жги его. Да. Главное, чтобы он на одежду не попал. Странно, да, он горит, но при этом тухнет. Погорает все, что сверху. Слишком плотное, да? Все, погасло. Все, закончил фаер-шоу, короче. Вот эти люди поджигали пруд сегодня. Плохие ребята.
Вот так вот плавно закончилась дорога. У нас есть, как это, терминатор. Ездовые люди, да. Мы решили проложить новую тропу. Кирилл выбрал более сложный вариант. Он идет в глубине. Я все-таки считаю, что лучше идти по бровке. Здесь снега намного меньше, чем там. Что? Я думал, с тобой камаши не нужны. Камаши не нужны. У нас с тобой камаши, но они не твои. Зачем нам камаши? На солнце еще не зашло. Когда будет холодно, на голову наденем камаши, да. А сейчас пока еще подождите. Еще водка не закончилась. Очень красиво в лесу. Природа. У нас есть еще шаварма, если что. Кто хочет шаварму? Твоя. Ну там в Мигалово будет, ларек. Ну ладно. Тогда я не прощаюсь. Бункер. Пошел в лес. Шли мы по лесу. И нашли мы бункер. Ну, он такой интересный, маленький. Вот тут. То есть видишь, что тут, ну, ничего такого, просто помещение. Дозор. Да, сюда чувак на мотоцикле заезжал, насквозь проезжал при нас, который нас водил. Это побелка просто, так пахнет. Там был склад техники. Да, я говорю, там несколько кирпичных ангаров без дверей. Не ангаров, а складов. Ну это действующий, конечно. Все, я дальше не могу идти. Какой у тебя завет для съемок? Я отвлек. Я начинаю ныть. Я начинаю убирать. Все еще идут, а я уже не могу. Еще далеко, тут дорога.